Здравствуйте, дорогие киевляне, Жека, Веталь, Леха, Дима, Саня, Юра, Андрюха, Коля, Витя, может быть, кого-то не вспомнил, Леха. Наконец-то чуточку сбывается моя мечта. Наконец-то куда-то на север Канады ты поехать уже самому можно уже. Арендовал машину, кадиллачек такой простенький. Ну, пофиг, что он в красном цвете там, да. Но зато он простой, ничего такого в нем нету. Ну, дальше я вам покажу его. А, я, наверное, ладно, перевернуть надо было мне. Надеюсь, что так или не так. А, ну, в общем, вот такая. Ну, бомба. Машина, да, очень чувствительная, в ней гидравлика. Что есть, в принципе, хорошо. Вот. Еще что я хочу сказать. А, следующее видео будет чуточку позже, окей? Я вам сфоткал. Веталь, твое слово сбылось. Женька тоже. В общем, братва, до связи.